Итак, сегодня пятница, 6 июля. Я движусь на пляж. Вот такие цены у нас. Это как раз для украинцев, чтобы знали. Это у нас в рублях все. Я повстречалась, ты был таким красивым, печальным, как поэт. Сказал мне, пойдем купаться. Все в рублях. Пляж Любимовка, сейчас я показываю пляж Любомурья и Дол Радость. Теперь переходим на городской пляж Любимовка. Время 11 часов. Пятница. Но еще не пиковый сезон, но тем не менее, народу хватает. Сегодня у меня друзья шли с моря, говорят, вода утром была, штиль и обалденно тепло. Прекрасный вечер. Приезжих машин сегодня немного, потому что пятница. А вот теперь переходим к городскому пляжу. Пройдем немножко на наш военный пляж, заглянем. Ну, то есть не военный, а также городской, но там территория воинской части подходит. И городу Любимовка. Ой, горизонт Любимовка подходит. Пройдем ближе, подробно тем. Вот там я был и вам показывал. Оттуда я снимал. Теперь я нахожусь на пляже Горизонт Бельбек. Ну, он тоже городской считается. И, тем не менее, это территория, которая примыкает к нашему авиационному городку. Столько народу вы сами видите. Еще не пик сезона, но везде люди есть. И туда дальше можно. В сторону Орловки, Качи посмотреть.